По программе капитального ремонта вот в этом двухэтажном доме отремонтировали полностью крышу. Подрядная организация провела полный комплекс необходимых работ. Приводить в порядок кровлю начали в октябре. За это время заменили утеплитель, деревянные перекрытия и шифер. В декабре работы по дому были завершены, однако по просьбе жителей было добавлено несколько штрихов. Поэтому официальная приемка состоялась только сейчас. Крышу в этом доме не ремонтировали более 50 лет. Весь материал был... Стропильная часть была гнилая, то есть ее меняли. Шифер был в плачевном состоянии. То есть утеплителя как такового практически не было. Там был шлак, который пролежал 50 лет. Можете представить, что с ним стало? Как минимум 5 лет. А так, я думаю, что срок службы этой кровли еще лет 50 простоит. За ремонтом внимательно следили жители дома. По их словам, во время замены кровли на вторых этажах было, конечно, прохладно. Однако все собственники квартир результатом довольны. Теперь у них тепло. 15 градусов было в квартире, мерзли. У меня мама, так она вон в куртке спала. Такой холод был. Потому что шлак убрали, а утеплитель ждали, когда его привезут. И все, вот мы из-за этого мерзли. Потом, как только положили утеплитель, все нормально у нас стало. Все тепло. Сейчас у нас 25-26 градусов тепла. Хорошо. Спасибо строителям, конечно. Во время ремонта этой крыши немного задержали поставку стройматериалов, поэтому, опираясь на этот опыт, при работах в других домах утеплитель будет снимать постепенно, чтобы сразу его менять на новый. Делаем работу над ошибками, предусматриваем мероприятия, которые позволят нам избежать уже тех ошибок, которые были, допустим, может быть, у подрядчиков даже в начале. Но здесь хочу сказать, в любом случае, конечно, очень дождливый был у нас сентябрь и октябрь, и работы продлялись, договора продлялись по природным, по климатическим условиям. И в дождь мы не решались открыть крыши. Сейчас по всему региону заканчивают делать капитальный ремонт, который начинали в прошлом году. И в скором времени начнется новый этап работ. В планах привести в порядок 447 многоквартирных домов по всему краю. Екатерина Погорелова, Максим Галат. Новости.